На Дивногорском заводе низковольтных автоматов началась процедура банкротства. Сегодня в арбитражном суде края прошло заседание. На предприятии ввели процедуру внешнего наблюдения. Это первая стадия процесса. Независимым экспертам будет оцениваться возможность выхода предприятия из кризиса. Напомним, завод остановлен еще осенью. 505 рабочих попали под сокращение. Сейчас при содействии центра занятости им ищут работу. Если же дела пойдут наихудшим образом, то на ДЗНВА начнется следующая стадия – конкурсное управление. Это означает, что завод может прекратить свое существование. Следующее заседание суда состоится 5 июня.